Даже если вам немного за 60, это не повод махнуть на себя рукой, уверена Людмила Коткина. Компьютер ей уже покорился, теперь она взялась за кисти и акварель. Неуемный характер, шутит пенсионерка, просто не может сидеть на месте. А любовь к живописи у нее от отца. У нас дом был много картин, оставил он мне в наследство мольберт, краски масляные, но это я еще вот буду осваивать масляные краски. То, что это все-таки от него память, это просто, как говорится, необходимо по его стопам пройти. Признание в любви к Самаре в разных техниках. Их объединила выставка «Люблю тебя, моя Самара». Вышивка лентами, лоскутное шитье, бумажная аппликация, оригами, традиционные акварели, масло. Глядя на эти работы, не поймешь, что все авторы – люди с инвалидностью. Впрочем, физический недуг не мешает им выражать себя в творчестве. Художники прислали на конкурс более сотни работ. Самое главное, что когда вот такие городские мероприятия проводят, здесь уже действительно на конкурсной основе они переживают, они долго готовятся, стараются, они предоставляют самые лучшие свои работы. Искусство не знает ограничений. Выставки для авторов с инвалидностью в Самаре проходят почти ежемесячно. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.